продолжаем нашу работу в рамках проекта «Зеленый рекорд». Это уже прошло больше 5 лет. Мы до 2013 года начинали. Те же деревья на Булаке, в других проспектах уже радуют глаз наших жителей, наших казанцев, гостей столицы. Но такого масштабного озеленения Казань не видел десятилетия. Это десятки улиц, и что важно, мы сажаем качественный материал, который мы научились как приобретать, так и грамотно высаживать, соблюдая все технологии и достигая приживаемости там свыше 95%. Это важнейшее наше направление по проекту раздела «Экология», который мы доложили нашим казанцам, нашим жителям. Мы будем продолжать эту работу. Ну и, надеюсь, всех порадует новый вид зеленых красивых улиц нашей столицы.